Приветствую тебя, если ты в поиске халявы и хочешь хорошую мышку для нагиба в Counter-Strike и либо в другие шутеры, то, естественно, ты зашел по адресу. Данная мышь стоит на Алиэкспрессе на данный момент 4200 рублей. У меня она в пользовании уже полтора месяца примерно. Дошла она быстро, поставляется в оригинальной коробке со всей документацией. Также, если вдруг есть какая-то неисправность, можно сделать рефанд. Наклейки также были в коробке. Я купил данную мышь за 3500 рублей. Данная мышь замечательная замена моей старой мышки. Она не срывается в Counter-Strike при диких мувах. Разворот на 180, 360, низкая сенса, все будет нормально. Данный топовый сенсор выдерживает все. Сейчас послушайте клики данной мыши. Никаких люфтов нет. Боковые клавиши также на каких-то свечах. Я не стал разбирать мышь. Возможно, кейлы, возможно, ноунеймовые, но главное то, что у них механические переключатели под основными кнопками. Клик очень замечательный и очень быстрый. Мышь сразу же активировалась в Razer Synapse, встала на гарантию, что очень замечательно и можно пользоваться гарантией. Мышка настраивается в Razer Synapse и можно использовать абсолютно все клавиши, кроме основной. Боковые клавиши, клавиши колеса, прокрутки. Можно создать свой профиль, на который вы сделаете абсолютно все свои настройки. Настройки подсветки, настройки сенсора разные и так далее. И можно также привязать настройки к определенной игре. То есть настройки будут активироваться только тогда, когда вы запускаете определенную игру. Герцовка 1000 Гц, можно выбирать меньше. Можно выбрать абсолютно разные типы подсветок. И также калибровка ковра. То есть можно откалибровать свой коврик, либо выбрать уже откалиброванный коврик компании Razer. Когда вы калибруете свой коврик, либо выбираете коврик Razer, можно настраивать дистанцию отрыва. И мышка будет работать на той дистанции, которую вы установите. 1 мм, 2, 3. В игре же мышь ведет себя отлично и показывает с лучшей стороны. Нету никаких смазанных движений, все четкие движения, быстрые, медленные, они плавные, четкие, без ускорения. Ускорение, если вам нужно, вы можете сами задать в софте с Razer.